Я тоже на бортов. То есть, кстати. Для Дмитрия, а ты? Дева, мы перешли на бортовое. Так, давление 261 у меня стоит. Принял, да, Дима? Принято. Олег, как ты сюда? 312. Принято. Олег, можно тебе попросить КВД, чтобы ВСМ вручную поставить положение закрыто и давление в ПХО еще раз заложить после того, как перелет закрыто? Закрыть ручное давление 3-1-4. И давай возьмем 5 минут отсюда. Хорошо. Геннадий Иванович, как у вас там с переходом на бортовое? Мы перешли уже, видишь? Все, на бортовом стоит. Как ты видишь, три на дисплеях, у обоих у два открытых, вот конкретно у два дается, правильно? Да, да, подтверждаем. Переходим на следующий фрагмент.